Персона Александра Кожина оказалась под пристальным вниманием Следственного комитета еще в марте этого года. Как уже рассказывал старший помощник руководителя управления по связям со СМИ ведомства Алексей Максименко, уголовное дело в отношении Александра Кожина было возбуждено 17 марта по подозрению в сокрытии денег и имущества от взимания недоимки по налогам – более 2 миллионов рублей. Из собственных источников нам удалось выяснить, что в настоящее время следственные органы детально изучают бухгалтерию главного коммунального предприятия «Берц». Когда налоговая инспекция арестовала счета МУП КБУ после очередной проверки, предприятие продолжило свою финансовую деятельность. Следствие в рамках уголовного дела продолжается. Однако на сегодняшний день подробности сотрудники Следственного комитета не разглашают. Комментарии по данному факту, то есть в интересах следствия, не даются. Стоит также отметить, что, несмотря на расследование, Александр Кожин и по сегодняшний день продолжает занимать должность директора МУП КБУ. Наша телекомпания будет следить за развитием ситуации.